ключи взял с собой. Ребята, всем привет. Вот со Степкой. Здравствуйте. Идем на такое пшеничное поле поохотиться на кабана. Пшеница тут очень высокая, в пояс. Ну, как бы по словам егеря, кабаны ходят, записались. Ходим сейчас, солнце высоковато. Заблаговременно присядем. Взял я стульчик даже с собой. Стульчик, тренога, карабин. Сразу подцепил тепловизионный прицел. Потому что как бы, ну, если козлик будет хороший, то буду стрелять, лицензии есть. А так, в первую очередь, вот, кстати, тропа кабанья. Так, основная цель у нас кабан. Все под гладким, я с нарезным. Такая узкая карта, но длинная. Кабаны, скорее всего, пойдут чуть-чуть попозже. Ну, будем сидеть, смотреть. Сейчас выберем место. Я вот тут, может, на этом пригорочке и сяду. А может, трохи дальше. Но. В общем, ну, смотрите, что получится. Выйдут кабаны сегодня на нас или нет. Понял, что мы не сам. Намного больше походов, чем там в начале. Все схоже. Может, на середину выйдем, посмотрим. Все вытоптано. Все. Посевы все вытоптали кабаны. Я, наверное, вернусь, может, на то поле. Предыдущий, да, на горку. Смотрим. Давай пока посидим тут. Послушаем. Потихонечку заходит солнце, жара невыносимая. 36 сегодня днем, но чуть-чуть подспадет, конечно, ночью будет полегче. Но очень много комара. Пришлось мне возвращаться в машину. Я сегодня, кстати, с арконами хочусь на карабине. Стоит у нас 35-я альфа второго поколения. Дома заряжал ОВИС 35-й, тоже второго поколения. Включил, проверил днем, посреди, ну, где-то в обед. И, короче, не забыл выключить после зарядки, и он разрядился почти полностью. Пришлось идти в машину, брать пауэрбанк, брать шнур. Хорошо, что есть пауэрбанк со шнуром. Но можно было бы просто пользоваться, конечно, карабином, как гляделкой, но тоже не очень удобно. В самом дальнем краю стоит, но там больше всего походов. Я не знаю, сейчас пойду или к нему, или где-то буду, но буду потихонечку двигаться, потому что кабаны уже могут выйти. Там в краю, конечно, все стоптано, все поле. Я ему оставил бинокль ночного видения. Ну, смотрим, жара невыносимая вообще. Я пока прошел весь мокрый, весь потный. Вонючие кабаны услышат, почувствуют, но так что думаю, буду смело пользоваться спреем от комаров, потому что, ну, тут как ни крути, они, если запах дойдет, они учуют тебя, что так, что так. Ветер как раз неудобный на них. В общем, идем охотиться. Комаров вылезло, просто жесть. Буквально за 2 минуты
Вот солнце зашло. Вот сидел. Еще 5 минут назад комара не было. Сейчас просто вылезла тьма. Просто тьма. Но пока на поле чисто. Ни кабана, ни козла. Ну, 2 козы видели. Козлика такого слабенького. И самку спугнули с пшеницы. Полностью стемнело, и я начал двигаться в сторону Степы. Шел по полю пшеничному этому, на котором мы сидели. По дороге увидел небольшого козлика, молодого. И уже ближе, где-то 11:30, когда я пришел к Степе, на поле вышел кабан. В густой пшенице высокой его было достаточно плохо видно, только спина. Он то появлялся, то исчезал. Сейчас вы видите кадры с Аркон Овис LM35 монокуляра. Хорошая новость для моих подписчиков. В магазине Тутру на всю продукцию компании Аркон появилась скидка по промокоду ЧИВА. Очень достойная скидка. Заходите, смотрите. Ссылку на магазин оставлю в описании. Кабан надолго исчезал в пшенице. Его не было видно там по 5-10 минут. С момента, как мы его увидели, до момента выстрела прошло более получаса. Вот вы уже видите кадры с прицела, с Альфы 35-й второго поколения. Сомнений, что это самец, не было. Он был один, уже было его слышно. Он где-то подошел на 100 метров. Как раз он пропал, где-то минут 10 его не было видно, и вот он вышел. Я уже понимал, что он ближе, скорее всего, не подойдет. И в любой удобный момент был готов сделать выстрел. Вот здесь он показал переднюю часть. Я выцелил за ухо, нажал на спусковой крючок. Услышал отчетливый шлепок, попадание. Вот видно тут, как кабан машет своей лапой, копытом. Я запоминаю, в принципе, место, направление, куда надо двигаться, потому что если не запомнить направление, потом его не найти. Вот наклоненное дерево, я его запоминаю, и, в принципе, мы идем со Степой уже смотреть на наш трофей. Так, стрелял по кабану, попал. Вот так вот, как я иду. Пойдем посмотрим. Вот так. Вот так, прямо, да. Я ориентир взял. Это самое дерево. Да, по-моему. Так можно сделать. Нормально? Все это. Да, ну готовы, держи. Ну, нафиг это. Это вот здесь он должен быть, да, пойдем? Нет, он нифига не в чистом же был. Вот он за то есть за каналы. А, тут не канал. Подожди, где это дерево? Чуть надо правее. Где карабин? Вот он. Ушел? А не, небольшой. Казался большой. Секачек, да? Небольшой секачек. Спасибо. Дяденька. Спасибо. Меткий выстрел. Да, куда попал? Офигенно. Куда-то за ухо. Куда я стрелял. Туда и попал. Четко легло, смотри. Да. Хорош. Ну, такой, как тот, да? Да.
такое же. О, ничего себе, еще дрыгается. Хорошо. Вот такой вот кабанчик. Небольшой секачек. Молодой. Наверное, может, 3 года. Сейчас егерь определит его возраст. Хороший выстрел в шею. Куда целился, туда, в принципе, и попал. Ну, такая охота получилась. Вот постояли на поле. Один кабан вышел, одного видели. Ну, там наши напарники стреляли, не попали. Ну, а мы добыли. Так что отлично. Будет по кусочку мяса каждому. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Увидимся в угодьях. А, кстати, ну, отлично прицел и гляделка вот арконовская. Все отработали. Пшеница хоть и в пояс. Вот так все равно. Обзор шикарный, да, был. Прослеживалось. И как бы выстояли, подождали, пока подойдет на уверенный выстрел. И его сделали. Охота удалась. Кабанчик. Хороший кабанчик. Хороший.